Так, спрашивали про пресс, где предохранительные муфты. Вот это я уже приварил, потому что загнул. Здесь двойной должен быть кардан, как на Т-40 переходной, углоповоротный, то есть большого угла. А я этот поставил, теперь не могу разворачиваться, потому что тот не восстановить никак было. А он стоит очень дорогой. Что-то я тогда смотрел, блядь, 1030-40. Это бэушный был. И вот стоит болт предохранительный, срезной. Вот здесь вот, на этом, на кардане. То есть у всех он на прессе стоит на кардане. Вот он. Вот этот срезной болт предохранительный. А второй на подборщиках, на всех, то есть на классе, на любых, на Джон Дирах, на всех звездочках приводных на подборщике стоит также либо муфта, и на 145-м стоит также либо муфта, либо болт срезной. Но так как у нас те граждане, которые завозят в Россию данные пресса, на всем экономят, а дерут с нас денег, ну, конечно, не все, но в большинстве случаев. Он стоит. У нас вместо муфты, муфта тоже там под тридцатник, наверное. У нас вместо муфты стоит болт срезной. Виталий, откручивай. Сейчас я покажу, где стоит. Вот подборщик, это привод подборщик. Это привод подборщика. Там модификации могут быть 3 или 4 муфты. Этот, но самое простое, там самый дешевый вариант, это срезной болт. Вот он стоит. Шатается. Ну, его надо подтянуть. Виталий, наживи, оставь открытый, чтобы этот, подтянули. Вообще цепь эту надо поменять, так что оставь. Угу. Его просто наживи, что он здесь. Хорошо, хорошо. Это самый простой вариант. А здесь может быть и звездочка с муфта, то есть стоять пружинки и там стоять ферадо, как бы муфта в скольжении, или как, ну я не знаю, как она правильно точно называется, как на 145-м. Срезные эти могут быть болты с пружинами. Это, в общем, самый простой вариант, это срезной борт, болт на подборщике. Вот привод подборщика, вот эта звезда. Так что все предохранители я показал вроде.